С изюмчиком, да? Да. Приготовим изюмчик. 6. У нас мука, сахар и даже немножко сметана. Сметана, конечно. Яйцо, еще яйцо. Два яйца. Да. Нам нужно два яйца. Один стакан сахара, маргарин 250 грамм, сметана 250 грамм. Сейчас я все это сделаю. Мука. Сначала сметану, да? Сначала надо перемешать яйца венчиком. Да? Давай. Изюмчик 100 грамм, сода, либо разрыхлитель по 1 чайной ложке, ванилинчик. И растопите маргарин. И добавляй сахарку, София. Размешала? Все, да. Теперь сахар прям добавляй туда. Давай я выйду вот это. Получится. Но было чисто. Хорошо. Давай, вот так вот. Теперь и... сахар добавляй. Давай. Весь. Да, нам один стакан нужен. Молодец. Еще раз размешиваем венчиком. Теперь добавим сметанку, Софиечка. Давай! Бери прям стаканчик и с ложечкой так вываливай его. Нам вся эта сметанка нужна. Все? Да, сейчас вываливай так вот. Да, молодец. Умница. Умница. О, отлично. Все. И сбей еще с венчиком и добавляй муку. Хорошо, давай. Что у нас получилось? Здорово, все получается как надо. Теперь муку добавляй. Муку? Да. Пусть венчик прям там и будет. В мисочке. Да, добавляем муку. Муку? Угу. Молодец. Да. Размешивай. Потом еще добавим муки. Сбивай. Давай. Умница. Видишь, смотри. Я видела силы. У тебя силы есть, да? Да. Смотри. Ну, вливай туда. У нас растопленный маргаринчик. Вот, молодец. Еще сбить. Еще добавим немножко муки. Умница, только аккуратно. Ох, какое тяжелое. Маргарин. Что, маргарин? Да, маргарин. У нас там немножечко маргарина, немного масла. Что нашли в холодильнике. Главное, что было 200-250 грамм. Вот, мы все перемешали, нам осталось только добавить изюмчик, да, Светочка? Давай. Так. Отлично. Мы его немножко замочили, промыли, вот, чтобы он мягенький. Перемешивай. Вот такой? Да. Красивый, наверное, будет. Ну, мы надеемся. И даже. Надеемся, что будет красивый, взойдет. И теперь мы это все формочки. Да, Софиечка? Давай. У нас есть такие замечательные формочки бумажные. Опа, по одной ложечке где-то в каждую. Нам надо, чтобы пол формочки было, кексики. Потому что они еще, по идее, должны взойти, подняться. Умница. Ну ничего, следующие пробы, может, получится лучше. Да, молодец. Еще добавь туда. Половина нам нужна. Вот так. Угу. Еще. Вот сколько нам нужно. Угу, здорово. Две. Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Молодец. Все, мы наполнили формочки и сейчас поставим в духовку разогретую до 150-180 градусов. Да, я буду тебе подавать. Да, на сколько, Дося? На 20-30 минут. Да. Дай их подую. Вот наши кексики, маффины готовы, да? Да. Теперь нам надо их посыпать сахарной пудрой. Софийка решила, чтобы ей помогал ее любимый песик. Как зовут? Маршал. Маршал. Аккуратненько, чтобы на каждый хватило. Умница. Чтобы на каждый хватило, София. Да. Красота. Ух, красиво. Еще на те же. На другие тоже, София. То есть и намного. Еще. Красивые получились, да? Надеемся, что и вкусные тоже. И там у тебя еще осталось. Что, не хватило? Ну, а что ж ты? Давай сделаем еще сахарную пудру. Но мне нужно еще до этого, 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 до этого. Вот такие у нас красивые получились кексики или маффины, да, Софиечка? Да, кексики. И всем пока! Пока! Ставьте лайки! Пока!